Это яркие впечатления для меня были. Во-первых, тогда, когда первый раз я столкнулся с координационным центром, мне было 24 года. Я был совсем молод, юн, горяч. Ну, наверное, в этом я еще сохранил какую-то пылкость до сегодняшнего дня. Но в целом, конечно же, мое представление о жизни и о том, как устроены серьезные процессы внутри регулирования сети интернет, я себе точно не представлял. И когда первый раз очутился в этой атмосфере, меня она поразила с одной стороны тем, что явно умные люди, но что-то очень медленно все происходит. А потом со временем я научился мыслить по-другому, видеть на большее количество шагов вперед. И я считаю, что одна из важнейших школ моей жизни – это работа с членами координационного центра тогдашнего, нынешнего, в том числе с тобой, потому что это огромная школа, это мудрость, это своего рода прозорливость и очень крутое умение просчитывать вперед ситуации и их развитие. На мой взгляд, это как раз один из больших кирпичиков в моих навыках, и я благодарен, что именно так случилось, что в свои 24-25 лет я оказался именно в этой компании и именно с этими людьми, потому что ценность, по-моему, огромная. Лично для меня 100%. Помнишь ли ты, с чего появилась идея аккредитоваться в качестве регистратора? Да, конечно. Идея появилась не у меня. Идея появилась у моего партнера, который, к сожалению, уже ныне покойный, Филипп Гросс. И я ему благодарен за это. Он полноценный именно зачинщик непосредственно РГРУ как компании бренда. И это была его идея аккредитоваться. При этом интересная связка. Я его косвенно привел в домены, потому что мы с ним знакомы с 98 года. А он привел меня в регистраторский бизнес в виде идеи. Он говорит: Алексей, Леша, значит, нужно вот, как мне кажется, растущая тема. Вот он очень ярко увлекался этим. Поэтому я помню, как он об этом ярко рассказывал. И что он увлекал тем, что верил абсолютно в эту идею. А я, соответственно, будучи в тот момент времени профессионально занимаюсь разработкой веб-сайтов, я понимал, как это сделать, и вызов был интересен. Мне казалось, что тогдашние регистраторы могли быть сильно лучше, и мне прям вот хотелось изменить этот мир. И вот это вот сплетение, с одной стороны, на мой взгляд, невероятно эмоционального, сильного желания стать частью системы и эмоционально сильного желания быть технологически одержать верх, они вот создали такую синергию в виде компании РГРУ. Двенадцать лет назад ты участвовал в подобном интервью на канале SEO-пульт у Наили Байкова, да, и рассказывал там какие-то свои видения, отвечал на вопросы, которые ставил перед тобой Наиль. И некоторые из них звучали немножко футуристично, да, что там будет в будущем, или ты высказывал какое-то свое мнение о тогдашней текущей ситуации. Вот сейчас ради эксперимента мы сравним твое мнение о рынке в целом, о регистрации доменов, о общей ситуации в жизни, да, тебя теперешнего с тобой 12-летней давности. Давай попробуем провести этот экскурс в историю. Да. Он, может быть, окажется очень интересным, в том числе и для меня, потому что услышать твое мнение на какие-то вопросы для меня всегда ценно. Вот. Как ты помнишь, в те годы, там это 2009 год, это кризисные годы, 2008-2009 годы, да, и
вот тебе задавали вопрос о том, помог ли твоей компании кризис или сильно ударил по ней, да, насколько он повлиял вообще на течение жизни. Вот, а спрошу тебя сегодня, пандемия фактически такой же кризис, ну, правда, более грустный, да, но кризис. Вот, насколько по пандемии и этот вообще прошедший нулевой там 2020 год отразился на твоем бизнесе и на компании Regroup в целом? Все кризисы, которые были, а их было еще двое, между 2008 и 2020, и они были не менее значимые для экономики нашей страны и для политической системы. Поэтому мы уже прошли за это время 4 кризиса к 2021 году, как компания Regroup и как организм. И так как мы всегда находимся в состоянии изменений, мы непрерывно меняемся как бизнес, как команда людей. Мы взрослеем все эти годы, потому что в 2008 году мне было 26, и команде в среднем было 27-28, то сейчас в среднем команде уже более старший возраст, не скажу, что 40, но где-то в районе 34-35 лет. Это значимое уже количество лет, которые прирастают мудростью. И как мне кажется, что когда ты взрослеешь, растешь и становишься более стойким, любые кризисы, они выливают только каким-то новым опытом, знаниями, мудростью и новой решительностью. Это время, когда ты собираешься, очищаешь зерна от плевел, когда ты можешь правильным образом сфокусироваться. И вот мы находимся как компания, и я как руководитель, и все руководители, которые работают вместе со мной, в состоянии собранности, такой, если можно сказать, экстремальной силы, потому что мы находимся в состоянии очень еще пока что молодого, сильного, крепкого организма. И мы не замечаем кризиса как кризиса. Для нас это вызов, и я бы не выделял его среди других, потому что их было много. Почти каждый год вызов приходит с той или иной стороны. Иногда это какие-то меры, связанные с экономикой, иногда это регулятивная практика, иногда изменение ландшафта. Но если ты бы меня спросил, что в 2020 году я бы отметил, то есть, пожалуй, фактор, который для меня является ключевым. Это два осознания. Первое осознание, что существует просто фантастическое желание у всех бизнесов всего мира трансформироваться в цифровую экономику. Оно стало явным. Фактически мы за год прошли, наверное, трехлетний отрезок, весь мир, трехлетний отрезок в цифровизации. Это породило существенную конкуренцию на рынке трудовых ресурсов. А самое главное, обнажило проблемные зоны в виде отсутствия экспертизы. И наша экспертиза оказалась очень сильной, она была сильной, и мы по-прежнему чувствуем себя востребованными, как специалисты. Компания, безусловно, это одна из граней оценки нашей экспертности. Мы, помимо прочего, еще, конечно же, обладаем и другими навыками. Поэтому мы, как команда экспертов, почувствовали себя очень востребованными. Это первое. И второе, мы почувствовали из-за этого ощущение турбулентности, потому что мы были нужны везде, и люди команды Regroup нужны везде. Это увеличивает, естественно, и конкурентность к человеческому капиталу. Вот это для меня, наверное, ключевые выводы. А если говорить об эмоциональном факторе, то я, будучи очень контактным человеком, я скучаю по живому общению. Поэтому при любой возможности найти себе компанию или собеседника, который готов, значит, пускай в масках или на каком-то почтенном расстоянии пообщаться, всегда этим пользовался. А до этого не считал это серьезной ценностью, иногда даже уставая. То есть в этом году это обрело существенную ценность. Двенадцать лет назад тебе задавали вопрос о том, что ты думаешь о темпах развития домена.ру, ну и в целом доменного рынка как такового, да,
И ты говорил, что в зоне РУ самый высокий темп продаж после Китая на тот момент времени. Вот с твоей позиции руководителя большого доменного бизнеса, да, расскажи, пожалуйста, как обстоят дела сейчас? Ты знаешь, Жор, это очень интересный вопрос. На него можно отвечать философски. Как стакан наполовину полон, так и стакан наполовину пуст. Я считаю, что стакан наполовину полон, и объясню свою позицию. Потому что я считаю, что будут разные в твоем серии твоих интервью, будут разные позиции. Моя, что стакан наполовину полон. Происходит качественное изменение рынка. Оно существенно отличается тем, что в количестве мы прирастаем так же, как и весь мир. То есть приблизительно плюс 1, плюс 5% по году в количественном выражении. Что кажется неимоверно скучным и медленным темпом прироста, или его отсутствием, кто как трактует. И в некоторых доменных зонах действительно идет даже деградация в количественном выражении. Но если посмотреть на айсберг, то в глубине его происходят серьезнейшие качественные изменения. Структура потребления домена как услуги видоизменяется в сторону осознанности, в сторону того, что эта услуга становится ближе к предпринимателю, к лицу, принимающему реальное фактическое решение. Уходит центр внимания от профессионала, которыми раньше были инженеры, разработчики, программисты, системные администраторы, веб-студии, какие-то рекламные агентства, а в сторону принятия решения на стороне владельца бизнеса, либо лицо непосредственно управляющей компанией. И это говорит о том, что ценность домена как ресурса возрастает, причем многократно. Внимание к домену возрастает, его ценностная роль в бизнесе также возрастает. Поэтому в моей картине мира количественно расти очень сложно, потому что во всем мире огромное предложение. Почти 400 миллионов доменов, только тех, которые находятся в счетном обращении на втором и общепризнанных доменах третьего уровня в продаже. Да? Я думаю, что прирост будет продолжаться, но смотреть нужно в качество. А это гораздо сложнее измерить. Эти данные уже гораздо более конфиденциальны. Но ощущения и те цифры, которыми мы обладаем, они говорят, что именно качественный рост будет тенденцией будущего. И, безусловно, технологии меняются. Домен сильно трансформировался в осознании любого человека из какой-то магической серебряной пули в один из инструментов. И он как инструмент конкурирует с многими новациями, появившимися за 10 лет. Чего не было последнего, как раз отвечая на этот вопрос, чего не было 12 лет назад. Домен был серебряной пулей для заработка, для целой огромной аудитории профессиональных домейнеров, для продвижения, для огромной аудитории, связанных с поисковым продвижением, для самовыражения и для брендинга. Ну и технические, конечно же, аспекты для адресации. Сейчас часть из этих вещей, как ты прекрасно знаешь, ушла. Все, что касается поисковой ценности, то, что касается серебряной пули заработка, и то, что касается каких-то аспектов, которые являются условно монопольными в части сайтостроения или представления в сети интернет. Сейчас есть много других вариантов. И тем на самом деле более устойчиво положение для домена, как для ценности. Потому что когда это искусственный, единственный вариант, то его ценность и кажется сверхвысокой и как бы переоцененной. А когда это один из многих, но осознанно выбранный вариант, его ценность точно кратно выше. Не потому что это дефицитный ресурс, а потому что это осознанный выбор. Вот на мой взгляд, осознанный выбор всегда ценнее дефицитного ресурса. Хотя маркетинг в моменте говорит обратное. Но в длинной дистанции абсолютно точно, что осознанный выбор лучше.
Скажи, пожалуйста, а считаешь ли ты, что вот этот вот возрастающий осознанный выбор как раз и порождает вот ту востребованность, о которой ты говорил, отвечая на прошлый вопрос, вас как специалистов, и увеличение нагрузки на вас, и спроса на ваши умения и знания? То есть, есть ли корреляция между увеличением осознанного выбора предпринимателями тех или иных действий, да, по продвижению своих сервисов и услуг, да, и вот той востребованностью, которая у вас, несмотря на пандемию, выросла? Прямая корреляция, я наблюдаю, в том, что зависимость от цифровых технологий у бизнеса возросла кратно за последние 10 лет. 10 лет назад мы могли себе представить таксиста, не имеющего ничего, кроме кнопочного телефона, с целью сообщить родным, что он жив-здоров. Сейчас найти таксиста, который бы не был цифровизован от и до, вооружен до зубов, невозможно. И, на мой взгляд, с трудом можно найти хоть какую-то индустрию, где бы не было признаков цифровизации. Следовательно, это является основополагающим, задающим тренд к той потребности, которую мы реализуем либо в виде доменов, цифровой инфраструктуры, своих знаний как экспертов в области технологий. Вот прямая корреляция именно в этом. Понятно. Ты немножко сейчас затрагивал историю с тем, что изменились пути предоставления информации пользователям у разных бизнесов. Да? Раньше это был сайт, расположенный на каком-то хостинге. Если говорить о хостинге, да, то как раз те же самые 12 лет назад, значит, ты отвечал на подобные вопросы, связанные с хостингом. Да? Ты сообщал в своем интервью, что вы обогнали своего конкурента. Тогда вашим там прямым конкурентом вы называли Гарант Парк Телеком компанию. Да? И стали вторым в рейтинге российских регистраторов на тот момент. А сегодня компания Regru – это практически первый и основной игрок как на рынке регистрации доменов, так и на рынке предоставления услуг хостинга. Ну, во-первых, за прошедшие 12 лет что было сделано самостоятельно, не считая влияния и изменения обстановки и цифровизации в целом, да, вот как ты говорил, там, мы прошли большой путь и могли 10 лет назад представить таксиста с телефоном простым, а сегодня он весь напичкан электроникой. А это внешние факторы, да? А что внутреннее вы в своей компании сделали такого за этот период, что стали не вторым, а первым и главным на рынке? И, в принципе, как, на твой взгляд, сегодня с рынком хостинга обстоят дела? Важно, чтобы мы, нашей аудитории, между собой правильно понимали слово «хостинг», потому что это является ключом к ответу. Если мы понимаем это как технология shared хостинг, виртуальные простые какие-то, да, решения, то это уже, на мой взгляд, так же, как и домены, является принятым стандартом и такой технологией, которая проникла максимально в умы, все ее знают и понимают, вот на таком уровне. И здесь тот переворот, о котором я говорил ранее, что теперь качественные изменения доменного рынка, они точно так же качественно влияют и на хостинговый рынок. И происходит тот самый переворот. Если раньше бал правили специалисты в области разработки интернет-ресурсов, и они нуждались именно в хостинге, в том понятии, в котором мы с тобой определили в начале вопроса, да, то сейчас бал правят другие люди, которые хотят мгновенно подтвердить какие-то гипотезы. Им нужен не хостинг, им нужен веб-сайт, лендинг-пейдж, квиз и много других новых терминов. И здесь дело не про хостинг. Поэтому в моей картине мира мой ответ относительно ответа 12 лет недавности незначительно, но должен поменяться. Теперь дело не в хостинге. Теперь дело в других сервисах, которые решают конкретную задачу лица, принимающего решение, предпринимателя для малого, микро, среднего бизнеса. И мы должны концентрироваться именно на этом.
Хостинг как таковой – это одна из атомарных услуг, доступная клиентам компании Regru и многим другим операторам. Но сейчас настолько богатый выбор разных решений, что, на мой взгляд, как раз является, знаешь, как недальновидностью и непрофессионализмом говорить только о хостинге. Он есть как данность, он виден на радарах, он составляет значимое количество в единицах и штуках, но, знаешь, как, видя большую глыбу, можно не заметить еще большую просто на дальнем горизонте. Вот задача, на мой взгляд, всех участников рынка и прежде всего нас как лидера в том, чтобы видеть на горизонте. И на горизонте есть много интересного. Интересно. Вот по поводу количественных характеристик, да, тогда ты говорил, что мощь хостинг-компании, да, напрямую зависит от количества доменных имен. Сохранилась ли такая тенденция? Для старого метода мышления и взаимодействия именно с хостингом, как с технологической платформой, ничего не поменялось. Это действительно по-прежнему прямая корреляция. Но нужно абсолютно точно сделать поправку на то, что происходит изменение качественное. И этот процесс, который мы увидим в ближайшие 5-7 лет, количественным изменением ухода тех или иных понятий слова «хостинг» за горизонт событий, они станут рудиментарными, и появлением новых вещей в периметре обыденности. Ну, то есть мы на пороге больших изменений, появления абсолютно новых каких-то технологий и еще большей глобальной цифровизации всего и вся. И слово «хостинг» поменяет свое значение. Мы с тобой находимся, знаешь, вот сверяемся, что мы считаем хостингом. Я за прошедшие 25 лет уже несколько раз поменял свое отношение к этому термину, да, несмотря на то, что, в общем-то, вот мы сейчас с тобой обсуждаем термин 12-летней давности и пытаемся свериться с прошлыми нашими умозаключениями. А через 5 лет слово «хостинг» будет означать иные технологии. Здорово, интересно. Двенадцать лет назад ты высказывал сентенцию о том, что кризис на тот момент достиг дна и начал копать вглубь. Это прямая цитата твоя. А применимо ли это к сегодняшней ситуации на рынке регистрации доменов, в целом в экономической ситуации в стране? Или же вот ты видишь, что мы просто развиваемся, движемся вперед, изменяемся революционно либо эволюционно, под воздействием внешних сил и еще глубже цифровизируемся, да? И мы копаем не вглубь дна, а просто вширь дна. Как по-твоему, что сегодня? Ты знаешь, у меня на этот счет есть очень оптимистическое видение. Ну, понятно, что можно шутить насчет дна, как-то на эту тему придумывать интересные, забавные выражения. Но мне кажется, что через 20 лет, если мы с тобой сядем и друг друга спросим, было ли сегодня легко, мы скажем, да, сегодня было легко. Потому что 20 лет назад мы с тобой прекрасно понимаем, что куда ни воткни палку, она везде вырастет деревом. И тот, кто умел работать и хотел что-то сделать, сейчас в любом случае так или иначе является значимым игроком или, ну, получает удовольствие от своей работы и зарабатывает при этом какие-то дивиденды. И на сегодня это все ровно так же. Стало немного сложнее, но по-прежнему так же. Мы находимся в прекрасных, на мой взгляд, даже иногда тепличных условиях в интернет-индустрии в России относительно многих регионов мира. Это связано и с законодательным определенным климатом, и с экономикой наших профессий внутри России за платным фондом, и с возможностями достаточно большой страны, когда есть смысл работать внутри странового сегмента рынка.
То есть у нас много преимуществ, и они по-прежнему есть. Есть чем заняться. Огромное количество работы. Просто огромное. И здесь я крайне оптимистичен. Я не вижу дна. Да? Я вижу какие-то сложности, турбулентность. Я вижу то, что некоторые профессии, некоторые бизнесы обязаны измениться. И мы в том числе. Мы не относимся к сектору абсолютного рынка без изменений. Абсолютно мы должны меняться каждый день. И это прям видно. И хотя кажется, что атомарно домены или хостинг не поменялись, это взгляд, который слишком поверхностен. Повторюсь, даже терминологически все меняется. И услуги все видоизменяются очень серьезно. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, не вижу. Считаю, что есть турбулентность и сложности. Вижу очень большое количество позитива на горизонте. И вижу, что через 20 лет мы скажем, что сегодня можно было делать все, что угодно. И это существенно проще, чем через 20 лет. Чтобы делать все, что угодно и зарабатывать на этом, да, нужно правильно рекламировать свои сервисы и предложения. А вот тогда ты оценивал вообще в принципе рынок интернет-рекламы как таковой, да, самым главным двигателем развития российского интернета в целом. Продолжается ли это быть сегодня, или есть какие-то новые факторы, которые сильнее, чем просто обычная реклама, в любых ее вариантах, это и продвижение сайтов, это какие-то имиджевые вещи, может быть, даже наружные варианты. Что сильнее, может быть, влияет на сегодняшний день, чем просто рекламные стандартные модели? Когда мы с тобой этот вопрос могли обсудить 12 лет назад, в термине слова «реклама» мы подразумевали 3-4 вида деятельности внутри интернета, внутри интернет-рекламы. И считали, что это, значит, такой пик знаний. Круто же, что у нас есть SEO-продвижение, у нас есть в то время hidden marketing был, в то время у нас были контекстная реклама уже и баннерная реклама. И мы могли с тобой считаться профессионалами, зная об этом, об этих четырех направлениях. Может быть, какое-то было пятое, прошу не ловить меня за слово. Я просто хочу проиллюстрировать, что сейчас таких направлений 30. И слово «реклама», оно настолько изменилось, как термин, что там теперь 30 видов рекламы, которые детализируют каждое действие на невероятную точность. И я по-прежнему считаю, что реклама в интернете перспективно никуда не денется и будет видоизменять ландшафт, и только при помощи рекламы ее можно менять для новых сервисов. Но поменялось все при этом. Вот поменялось многое, да, но одно за 12 лет не изменилось. Это ценовые войны, в том числе на рынке регистрации доменов. Ну как, войны — это в кавычках сказано, конечно, но просто демпингование отдельных регистраторов на рынке. Зачастую даже работа в некий такой, знаешь, в моменте, да, в некий минус, да, может быть, там со взглядом на некое будущее, в долгую. Но сейчас мы видим, что продолжается история со снижением цен, с низкими ценами для разных категорий потребителей. И этим компании как-то пытаются наращивать свою доменную массу. Вот. Что ты думаешь вообще, какое твое впечатление от таких вот, можно назвать, демпинговых ценах? Если вот в прошлом времени ты даже считал, что с этим можно так или иначе бороться, да, каким-то образом регулировать, но всегда отдавал себе отчет в том, что, ну, все равно рынок расставит все, ну, в глобальном понимании, да, тот самый волшебная рука рынка расставит все по своим местам. Что сегодня? Нужно ли задумываться о том, что кто-то роняет рынок? Дело в том, что рынок все расставит на свои места. И этот постулат, мне кажется, абсолютно верным. По-прежнему ничего не поменялось в моем отношении к этому. Вопрос только в том, в каком состоянии находится рынок, о котором мы говорим. Если мы говорим только о доменном рынке, то сейчас так называемые чистые регистраторы, то есть те, которые не делают ничего, кроме регистрации доменов, не могут выжить демпингом. И, как мы видим, они в действительности в большей степени являются
обслуживающими интересы, ну, просто отдельно взятого интересанта. Да, при этом могут несколько там сотен пользователей пользоваться ими на низкой стоимости, но это не дает им никакого value, это скорее некая нишевая модель. Нельзя говорить о том, что это рыночная модель. Рыночная модель для более чем 80% клиентов на сегодняшний день абсолютно естественная, когда любой бизнес приводит к прибыли для компании, которая оказывает эту услугу. Следовательно, демпинг здесь не работает. Он может работать на маленькие аудиторные срезы, но не на весь клиентский массив компании. И это подтверждает 80% рынка. 20% рынка работает по своим уникальным условиям, но при этом в большей степени, как я называю их, это спонсируемые условия. И эта модель тоже может существовать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, 12 лет назад рынок рос гораздо быстрее, чем сейчас, количественно. И ценовая война при любом количественном росте является нормой. Именно поэтому быстрорастущие цифровые рынки, такие как рынки, скажем, sharing economy, да, где доставка еды, доставка товаров, какой-то e-commerce, там же везде идет ценовая война. Просто потому, что рынок может вырасти в десятки раз, и твоя задача занять сейчас нишу. И спонсорами этого процесса являются инвесторы. Они финансируют убытки, чтобы когда-то, в какой-то момент времени, отыграться на потребителя. Рынок доменных имен, как атомарный рынок, он давным-давно не является способным вырасти в 10 раз. Нет, это невозможно в какой-то короткий промежуток времени. Он будет расти, безусловно, но будет расти абсолютно трендово, понятно, планово, так скажем. И здесь ценовые войны уже не играют, потому что тебе не нужно откусывать кусок рынка, это бесполезно. Он уже поделен, и теперь задача в другом. Задача в сервисе, задача в ширине услуги. Домен не является сейчас как таковой всеобъемлющей услугой. Люди приходят не за доменом, люди приходят за успехом в интернете, за тем, чтобы их бизнесы развивались, чтобы их компании работали, чтобы они могли зарабатывать деньги. Домен – один из компонентов. И сейчас как раз время, когда ценовая война в моей картине мира находится в совсем другом месте, совсем в другой точке интернета и цифровизации. Там происходят ценовые войны, потому что там идет рост. Вот. А кто до сих пор играет ценовую войну на территории исключительно доменного регистраторского бизнеса, как мне кажется, скоро поймут, что это просто бессмысленно, это не нужно, нужно менять модель. В прошлом году мы отмечали десятилетие домена РФ. А ты непосредственно принимал участие в запуске домена РФ, был членом экспертной группы Координационного центра по запуску этого кириллического домена. И расскажи мне, пожалуйста, какое-нибудь яркое воспоминание с той поры, ну и я потом еще парочку вопросов на эту тему задам в зависимости от твоего ответа. Ты знаешь, яркое воспоминание у меня заключается в том, что, пожалуй, это первый раз, когда мы работали над документом групповым способом в режиме онлайн, используя тогда проектор, собрание людей, рабочей группы, и мы без бумажного абсолютно документа оборота занимались формированием правил регистрации, порядка регистрации, условий. И все это происходило в безбумажном варианте при помощи проектора и онлайн-технологий. Вот это, знаешь, самое яркое впечатление, которое было с точки зрения процесса. Потому что если бы он не был таким, глубина и проработка документа была бы сильно хуже. И так как мне довелось к тому времени уже поработать в разных рабочих группах Координационного центра, то здесь произошел качественный переход. И я считаю, что тогда рабочую группу вел Алексей Лесников, абсолютно, на мой взгляд, гениальный провидец и гениальный управленец.
он задал ритм подобным методом взаимодействия людей внутри рабочей группы. И это стало качественным переходом к тому, чтобы документы, которые получились, были проработаны существенно более глубоко. Дал больше возможностей. Круто. То есть получается практически цифровизация, о которой мы сегодня говорили, которая проникла во все места, начиналась тогда, в нашей практике, в нашей повседневной работе. Да. Действительно, это так. А по поводу домена РФ еще задам тебе вопрос. Как по-твоему, все ли правильно мы тогда сделали, мы как в целом, как сообщество людей, запустивших новую доменную зону, и что бы, может быть, ты хотел изменить? Я считаю, что удивительно, но мы все сделали правильно, хотя многократно сомневались в этом. А что бы я хотел изменить, это то, что так и не появилось несколько важнейших законов на уровне государства, которые бы тогда еще в те годы подтолкнул цифровизацию. Сейчас цифровизация толкается процессами неизбежности, просто неизбежности, невозможности вести бизнес из-за пандемии, например. В те годы это было невозможно представить, и явно требовался пуш со стороны всевидящего ока государства. А его не произошло. А мы, как сообщество, не смогли донести законодателям простые вещи, ну, простые из сегодняшнего, конечно же, понимания, да, что нужно сделать так, чтобы все предприниматели страны, все бизнесы обратили внимание на то, что нужно иметь веб-сайт, что нужно полноценно пользоваться электронной почтой, что нужно применять современные средства коммуникации в управлении бизнесом, что нужно электронным способом взаимодействовать с государством, что нужна прозрачность, что нужны открытые статистические данные. Все то, что за 12 лет так или иначе появилось, появляется и будет появляться. Но если бы мы могли тогда, в момент, когда появлялся домен РФ, была невероятная, просто невероятная политическая воля к его появлению, потому что напомню, что это один из самых успешных IDN-доменов мира и один из первых, кто появился, была сумасшедшая политическая воля. И в этот момент времени можно было бы дать больше топлива для того, чтобы при помощи законодательного творчества сейчас мы были более цифровыми и более дееспособными. И тогда, возможно, в 2020 году, когда появилась пандемия, это было бы еще проще для страны, с меньшими последствиями пройдено, а мы просто не смогли объяснить. И вот за это я действительно как ты задал вопрос, значит, вот здесь меня беспокоит это. То есть это то самое, что ты хотел бы тогда на старте изменить, глядя сегодняшними глазами? Надо было пойти во внешнюю часть системы. Мы заняты были своими внутренними установками. Мы запускали домен. И весь мир вокруг нас не понимал, в большей части, что мы делаем, почему мы делаем это так, почему мы не делаем это по-другому. И мы были заняты иногда творчеством, но большей частью обороной позиций, да, тратя на это огромное количество ресурсов. А если бы нам удалось найти ресурсы, время, силы на то, чтобы объяснить законодателю, что было бы правильно поддержать это еще рядом мер, не обременительных для бизнеса, но сделать это, и нас бы поддержали, я уверен, что тогда это было возможно, просто потому что это была сильная политическая воля в этой части, в цифровизации. Вот этого мы не сделали. Конкретно наше сообщество это не сделало. Хотя мы знали, что это нужно. Понятно. Хорошо.
В целом, домен РФ ты оцениваешь как успешный проект вот за его прошедшие 10 лет? Я его оцениваю как успешный, я его оцениваю как своевременный, как драйвер к изменениям. И что самое важное, то есть я вставлю это во главу угла, это очень было патриотично. Сейчас его значимость сильно снизилась, потому что это обыденное явление. Доменов стало много разных, в том числе и на кириллице, тематических, да, там, ниже TLD доменов. Тогда это было единственное и уникальное событие. Но он точно сыграл в просто какое-то невероятное, придал невероятное ускорение именно патриотизму. И он сделал свое дело. То есть сейчас это просто рядовое событие. Он из сверхновой звезды превратился в обычную звезду. Просто в обычный окружающий мир, в котором, да, мы живем. Да. Давай вернемся немножко в 2009 год. Вот. Большой блок вопросов тогда был посвящен рынку освобождающихся доменов и вообще вторичному рынку доменных имен. Вот. На твой взгляд, с тех пор, как изменились обстоятельства на рынке вторичных регистраций, стало ли сложнее, проще, появилось ли понимание, что эта ситуация, сложившаяся какая-то, может быть, за прошедшие годы, должна сильно измениться? Влияет ли сейчас вообще на общую экономику доменного бизнеса вот то состояние вторичного рынка доменных имен, которое сегодня есть? Я вообще считаю, что бизнес можно представить себе как спорт. Весь бизнес, любой бизнес. И видов спорта много, лиг спортивных много, даже вариантов игры много, одно и то же, правил. Если говорить об освобождающихся доменах, это какой-то конкретный спорт, какая-то конкретная лига, какой-то конкретный эшелон с каким-то конкретным правилом игры. То есть, если посмотреть на подчиненность этого рынка, он категорически мал. И за время, вот, наверное, пожалуй, лет 10, в своих размерах, в рублевом эквиваленте выручки, он уменьшился. Для меня, как для бизнесмена, это означает, что это исчезающее множество. То есть, это скорее микронишевая модель, которая существует, это факт, но она уменьшается. В денежном выражении точно. Как следствие, внимание к этой нишевой модели тоже уменьшается. Количество участников, находящихся в ней, не может увеличиваться, потому что не растет количество денег. Фактически это, если можно употребить такой термин, каннибализм, да, между участниками, когда каждый может вырасти только за счет того, что откусит кусок другого. Слияние и поглощение. Ну, каннибализм бывает и тогда, когда ты просто в какой-то момент времени отбираешь клиента на каких-то новых условиях. В данном случае можно там действительно заниматься слиянием и поглощениями, но как бы там ни было, это каннибализм. Как следствие, это нездоровая модель рынка, она низко оценивается всегда. И для крупного бизнеса, по крайней мере для тех участников рынка, которые уже диверсифицированы все с точки зрения услуг, это исчезающее множество. Но если говорить о спорте, то как об этом участке рынка как о спорте, то там безусловно есть и старые добрые имена, такие как компания Regru, например, и молодые новые звезды, которые уже выращены в новых условиях. И надо дать им должное, они прекрасно себя чувствуют.
Потому что для них это спорт жизни. Для компании РГРУ, там, для компаний других, это уже не спорт, они уже просто участвуют там как в статусе тренеров, а для молодых участников это спорт, и они по-прежнему там участвуют в соревновательном процессе. Вот, пожалуй, так отвечу. Считаешь ли ты гонку технических вооружений у компаний, работающих на вторичном рынке, да, то есть борьбу за регистрацию во время X освобождающегося домена драйвером каких-то вот глобальных там сетевых и операционно-системных технологий? Есть ли тут в этом месте точка для развития в принципе IT-технологий? Потому что, ну да, там за наносекунды люди борются практически, изменяя ядра операционных систем и так далее и тому подобное. Есть ли из этого какой-то общемировой технологический выхлоп? Я не разделяю твоего восторженного отношения к этому, потому что считаю, что это на сегодняшний день, 10 лет назад, я бы с тобой согласился, на сегодняшний день это уже не такая интересная технологическая задача. Вызовы в округе стали гораздо более сильными. И в принципе можно сравнить это, знаешь, с таким гонкой вооружений, но только ты все еще бегаешь с пистолетом, а люди вокруг уже ядерные бомбы запускают. Вызовы рядом гораздо более сложные. Одно то, с каким вызовом сталкиваются любые высоконагруженные системы, каким образом сейчас работают все мессенджеры, когда ежедневно они обрабатывают, доставляют, внимание, сотни миллиардов сообщений, когда только компания РГРУ ежедневно обслуживает 25 миллиардов запросов к сетевым страницам, когда каждую секунду можно наполнять лог-файлами отдельный сервер стоимостью 20 тысяч долларов. Мы говорим о том, что нужно побороться за 600 доменов, освобождающихся в день. Я думаю, что это, безусловно, разные уровни задач. И если мы посмотрим на профессионалов рынка, то те, так называемые, старая гвардия профессионалов, она вся уже на других задачах. Им неинтересно заниматься освобождающими доменами. Они уже заняты другими серьезными вызовами. А для молодых спортсменов это, безусловно, повод размять мышцы и получить какие-то новые регалии. Как раз тоже, да, 12 лет назад часть разговора шла о том, что введена дополнительная идентификация, да, точнее, меры по усиленной идентификации администраторов доменов при делегировании, например, да, проверка связи по телефону с администратором домена путем, например, отправки смс. Какие-то еще меры. На сегодняшний день, есть ли вот прямо сейчас, в той сложившейся ситуации, которая есть на сегодняшний день, есть ли эффективные меры препятствования регистрации доменов на выдуманные, например, данные клиента? Изменился подход за это время. Раньше киберпреступления были характерны и были в единичных случаях. Мы могли с тобой их разбирать по пальцам, наслаждаться тем, как составлено это преступление, да, смаковать то, как оно было проведено, потому что это были редкие случаи интеллектуального такого выхода. Так было 12 лет назад, 10 лет назад. Но не сейчас. Сейчас, в принципе, вся механика борьбы с киберпреступлениями изменилась. Каким образом она изменилась? Сейчас принято, и это, на мой взгляд, правильно, превентивным способом бороться с тем, чтобы не допустить широкого распространения совершенного преступления, чтобы не допустить того, чтобы большое количество людей пострадало или могло пострадать. Сейчас не борются с отдельным преступлением, сейчас нужно бороться с кластерами преступлений. И второй момент – это то, что раньше можно было бороться или искать отдельного преступника,
который по какой-то причине решил нарушить законодательство или заниматься какими-то противоправными действиями, то сейчас и разбирать, и искать этого преступника на основании одного кейса, одного правонарушения, то сейчас этим никто не занимается. Сейчас большие данные, которые собираются, обрабатываются и потом используются для оперативно-розыскных мероприятий, работают на больших выборках. И задача их бороться с группами преступников, которые масштабно действуют. Да? Параллельно заплатками развивается система, закрывая те или иные возможные потенциальные угрозы новыми заплатками. Да? И фактически это становится война не просто вооружений, а уже действительно крупных войсковых группировок. Отдельно взятый диссидент ничего не может сделать. Если раньше мы воевали на таком уровне, боролись с ними, то сейчас мы боремся огромная армия против огромной армии. Огромная армия организованной преступности в интернете против большой огромной армии правоохранительных органов, нас как участников саморегулируемого рынка, профессионалов прежде всего, да, которые не хотят, чтобы их системы были взломаны. Мы боремся за эту часть. И вот огромное вооружение против огромных вооружений. И там уже отдельно взятому преступнику, диссиденту, в общем, как бы нечего делать, потому что, да, он может в редких случаях получить свое, то это чаще всего настолько уже закрыты эти уязвимости в системе, закрыты, настолько большие работают системы, что ничего невозможно получить отдельно взятому преступнику, только большим группировкам. От этого изменилось и отношение, от этого изменился подход, от этого изменились и механики. И то, когда мы разрабатывали нормы по идентификации 10 лет назад, как мы их имплементировали сейчас, в той форме, в которой это работает сейчас, и в той, в которой мы это продумывали, действительно большое отличие, потому что эволюционный путь пройден, огромный. И в моей картине мира это работа под давлением. То есть мы работаем наживую, в трубах, в системе. Колоссальное давление со стороны преступных организаций, которые хотят что-либо сделать в интернете и остаться безнаказанными, незамеченными. С другой стороны, огромное давление общества, которое хотело бы не оказаться в ситуации, когда их обманули. И вот в этом давлении существует вся система. Она является балансером, потому что ресурсы ограничены у нас, как у участников системы. Ресурсы ограничены у правоохранительных органов. И что самое важное, ресурсы ограничены у общества и у преступников. А это значит, что каждый момент времени преступления должны становиться более выгодными, чтобы ими заниматься. Потому что те превентивные меры, которые мы каждый день совершаем, закрывают простые преступления, повышают уровень сложности. И вот этот баланс, он сейчас на другом эволюционном уровне развития, чем был 10 лет назад. Понятно. Уровень сложности вырос, и уровень нагрузки на систему в том числе тоже вырос со всех сторон. И те вызовы, которые были 10 лет назад, и нам казались «вау», теперь являются даже не рядовыми, а давно забытым прошлым. Потому что мы на них уже не обращаем внимания. Мы там все пофиксили. У нас новые вызовы. Гораздо более интересные, сильные и, как мне кажется, технически изысканные. Представь себе, что через еще десяток лет, в 31-м году, мы с тобой либо вот так вот вживую за столом соберемся побеседовать, либо каким-то цифровизированным образом, там, находясь один на Альфе Центавра, другой на Луне, к примеру. Вот, ну, знаешь, как просторы Большого театра бороздят наши корабли. Вот, соберемся и увидим картину того текущего состояния 31-го года.
Где, по-твоему, и в каком виде находится координационный центр и, например, в целом регистраторский бизнес и твоя компания? Ты очень сузил вопрос, конечно, до координационного центра регистраторского бизнеса. Мы же здесь координационный центр. Позволь, я отвечу пошире. Да, даже не то, что позволь, а дело благовали. В том, что, как мне кажется, важно, где будут находиться те или иные люди. Это первый вопрос. Мы с тобой точно не будем находиться на Альфа Центавра. Я думаю, что мы с тобой будем находиться на Земле. И даст Бог, чтобы мы находились на Земле физически в живом состоянии. Это самое главное. Второе, что, как мне кажется, предопределено, это то, что система регистрации кардинально не изменится. Регистраторы, координационный центр – это роли и функции. Называть при этом исполнителей этих ролей и функций можно по-разному. Могут меняться бренды, названия, но суть ролей сохранится. И я предпочитаю смотреть на суть ролей. Стратегически это более правильно. И третье – это то, что будет ли нужен тот или иной набор ролей для общества и бизнеса десятилетнего нового 31-го года. Да? Мне кажется, что будет нужны, и домены будут нужны, как минимум потому, что если какие-то технологии появятся, то будет переходный период. Но я считаю, что домен по-прежнему будет конкурентоспособен среди других видов адресации того времени, среди других возможностей, которые будут выбирать компании для продвижения своих продуктов и для технических вещей. Поэтому мне кажется, что и регистраторы, и регистратуры, координаторы деятельности будут нужны, но скорее всего, будет большое количество новых функций, которые мы будем выполнять в этих ролях. То есть мы точно будем эволюционировать, ровно как 10 лет назад и сегодняшний день координационные центры, регистраторы отличались, так они и будут отличаться через 10 лет. Безостановочный процесс изменений – то, на чем стоит на сегодняшний день именно технологическая сфера IT, безостановочные изменения. Если мы их принимаем в ДНК, а мы с тобой их принимаем, потому что мы меняемся, по-моему, безостановочно и не хотим останавливаться, нам не хочется, чтобы замер мир, нам нравится наблюдать изменения, в отличие от многих людей, которые, наоборот, хотят остановить изменения и сказать: «Стоп, я сойду», мы с тобой хотим, чтобы мир продолжал меняться. И мне кажется, что мир будет продолжать меняться. Спасибо. На этой позитивной ноте изменения доменов, да, изменения мира, и в том числе и рынка регистрации доменов, я бы хотел задать тебе последний вопрос, и даже это не вопрос, а просьба. Я бы хотел услышать от тебя пожелание, на которое ты бы хотел в своем поздравлении к 20-летию координационного центра передать. Возможно, какое-то будущее, возможно, какие-то теплые слова, возможно, свое видение вот тех изменений, о которых мы говорили. Да? Что бы ты хотел пожелать координационному центру в его 20 лет и дальнейшей жизни? Жизнь — это изменение. И я хочу пожелать координационному центру и, конечно же, всем регистраторам жить в изменениях, что означает жить. Безостановочно жить, каждый день наслаждаться жизнью, меняться и прогрессировать. Вот это, пожалуй, самое важное, что я считаю в нашем каждодневном бытие должно быть. Спасибо большое, Алексей. Очень приятно с тобой было пообщаться. Замечательная беседа. С нами был Алексей Королюк, руководитель компании Regru. Это координационный центр. Смотрите нас дальше. Спасибо. Подписывайтесь на колокольчик,
Нажимайте лайк. Да, лайк. И мы с тобой по коронавирусу мы должны раз. Всем чао.